Всем привет! Я Наталья Шпилевская, практикующий косметолог. И я рада вас приветствовать на моем канале. Ставьте лайки под видео, пишите комментарии. Я, конечно же, с удовольствием отвечу на все вопросы. И кому нравится, и кому не нравится. Потому что каждый человек имеет свою точку зрения. И он, конечно же, вправе ее высказать. И мне будет интересно послушать комментарии, которые положительные, которым нравится мое видение, и, конечно же, отрицательные. Итак, мы начинаем нашу тему, а тема у нас сегодня волосы. Очень часто мне клиенты задают, почему же все-таки у меня выпадают волосы, почему пропал куда-то блеск волос, почему они стали тусклыми, почему они стали редкими. Сейчас вообще это очень актуальная тема, и мужчины и женщины озабочены этой темой, потому что у мужчин облысение начинается даже иногда раньше. Уже примерно даже с 20 лет. И многие уже к 40 годам полностью остаются без волос. И это действительно многих волнует. Итак, хочу поделиться с вами своими наработками. Ну, во-первых, как я уже сказала, что я практикующий косметолог. И, конечно же, своим клиентам я рекомендую проходить мезотерапию. Что это такое? Это внедрение специально разработанных коктейлей, где витамины и минералы прямо в кожу головы. Тем самым улучшается кровоснабжение, улучшаются клетки, получают питание. И поэтому наши луковицы, фолликулы созревают, и из них появляются здоровые волосы. Потому что проблема начинается именно из-за этого, потому что не поступает в каком-то очаге, нарушилось кровоснабжение, не получают микроэлементы наши клетки кожи головы. Из-за этого наступают вот такие вот небольшие проблемки с волосами. Ну, конечно, они уже потом перерастают в очень серьезные проблемки. И мы, конечно же, это все замечаем, когда у нас уже наступает проблема. Мы начинаем бить тревогу, да что это такое, начинаем искать пути. Ответ вообще-то очень простой. Посмотреть на себя, изменить свое питание, это во-первых. Потом начинать профилактику своего организма. Ведь мы с вами все живые существа, и наш организм, это наш завод, он каждый день нам что-то вырабатывает, дает, прекрасное дает. А мы когда начинаем о нем беспокоиться? Когда нам примерно около 40 лет, и тогда мы начинаем видеть выпадение волос, не тот блеск. Мы это замечаем, когда моем голову, что в ванне очень много волос. Мы видим, что наши волосы стали тонкими, ломкими, секущиеся кончики появились. Это все тоже, на это все влияет бытовая химия, то есть шампуни, плойки, фены и так далее. И чтобы все это предотвратить, конечно же, есть прекрасные процедуры. Такие, как я уже сказала, мезотерапия. Но самое главное, если мы начинаем раньше профилактировать свой организм, то есть мы начинаем употреблять вовнутрь микроэлементы. Как это делаю я, например, наливаю стакан воды. Беру минералы и просто их капаю. Беру витамины. И что я делаю? То же самое, просто их капаю. Беру кислород. Капаю. И у меня получился вот такой кислородно-витаминный коктейль. Я свои клетки обогащаю каждое утро и каждый вечер, чтобы всегда оставаться молодой, красивой и здоровой. Я, конечно же, призываю вас делать профилактику, чтобы у вас всегда были здоровые волосы. Например, у меня такая проблема всегда была. Они у меня очень тоненькие. Сейчас у меня уже хорошая шевелюра благодаря профилактике организма. Я не бью тревогу, когда она уже пришла. Я просто беру и профилактирую каждый день свой организм. И чувствую себя всегда бодро, радостно и энергично. Я призываю вас тоже подключить
к своему рациону питания. Просто витамины, минералы и кислород. Да прибудет со всеми нами здоровье и, конечно же, процветание. Делать это все легко и просто. Кому понравилось видео, как я уже сказала, подписывайтесь на мой канал YouTube. Будет еще много интересного, где я буду рассказывать не только злободневные темы, но и просто делиться, как легко и просто улучшать свой стиль жизни. Всем пока и хорошего дня!